Здравствуйте, дорогие друзья! Теме древних городищ мы уделяем отдельное внимание, ибо, по нашей версии, все эти городища – не что иное, как временные стоянки людей в период постапокалипсиса. Причем стоянки именно временные, несмотря на то, что, согласно официальной истории, на некоторых городищах люди жили столетиями, и никакого противоречия тут нет. Давайте попробуем разобраться во всем по порядку. Во время сентябрьской экспедиции 2019 года мы посетили много интересных мест, о некоторых уже вышли фильмы на канале. Также было исследовано несколько городищ. И вот сегодня хочу вам рассказать про Тимгеневское городище, как образец представителя данной группы памятников прошлого. Истории других городищ во многом похожи на историю, которую вы услышите далее. Если тема городищ вам действительно интересна, то в описании под этим фильмом будет ссылка на фильм про Ишутинское городище, которое находится в Тульской области. Для тех же, кто не очень четко представляет, что же такое городище, читаем официальное определение. Городище. Тип археологического памятника, укрепленное поселение. Охватывает памятники от энеолита до средних веков, 16-17 века. Также этот термин употреблялся еще в русских летописях. Городище, как тип древнерусского поселения, небольшой по площади, от 500 до 2000 квадратных метров, занимает, как правило, удобное ландшафтное местоположение в труднодоступных местах, на высоких холмах, при слиянии рек, ручьев, оврагов. Конец цитаты. Таким образом, официальная история однозначно определяет, что городище – это небольшое древнее поселение, которое было до эпохи расцвета цивилизации в этой местности. Однако, изучая различные городища в разных регионах, я пришел к выводу, что большинство посещенных мной городищ, да практически все, как раз относятся к эпохе не до, а после расцвета цивилизации. Тут возникает логический вопрос, а что может заставить небольшую группу людей сняться с обжитых мест в городе или селе, бросить все удобства и нажитое имущество и идти в труднодоступные места? Ответ очевиден – чрезвычайные обстоятельства. Давайте разберем эти чрезвычайные обстоятельства и закат цивилизации на примере сегодняшнего дня. Что дает нам основание называть нашу цивилизацию цивилизованной, уж простите за тавтологию? Ответ простой – знание и возможность применить их на практике. Как говорится, теория без практики мертва. Однако, представим, что по какой-либо причине, сейчас не суть важно по какой, но однажды утром отключится электричество во всем мире, и его больше никогда не будет. Что произойдет? Подумайте сами. Мобильная связь пропадет через 3-4 часа после того, как разрядятся аккумуляторы базовых станций. К вечеру большинство мобильников разрядятся и превратятся в лучшем случае в зеркала. Зарядить мобильники возможности уже нет. К утру следующего дня потечет холодильник, и чтобы продукты в них не испортились, их нужно будет быстро съесть. Если на самых верхних этажах вода исчезнет сразу с электричеством, то на нижних этажах домов питьевая вода еще будет, возможно, до вечера второго дня. Тут небольшой лайфхак. В экстремальных ситуациях не сливайте воду из смывного бачка унитаза. Это стратегический запас. 10 литров чистой питьевой воды одному человеку может хватить на 3 дня. Кстати, если город расположен на холмах, а конкретно ваш дом при этом находится в низине, то перестанет также работать и канализация, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так как банковские карты без электричества не работают, то по утру третьего дня в магазинах только за наличные можно будет купить только консервы, фрукты и овощи, так как все скоропортящиеся продукты уже начнут портиться. Если отключение электричества произойдет зимой, то продукты еще можно будет сохранить, но возникает проблема с отоплением, так как котельные встанут сразу же в первый день. А к утру третьего дня температура в квартире будет не сильно отличаться от температуры на улице. На четвертый день начнутся первые разбои и мародерства, так как связи нет, и полицию вызвать можно, только сходив за ними пешком или съездив на машине. Кстати, заправить машину на четвертый день будет уже невозможно, так как на заправках кончится горючее, а нового больше никогда не подвезут, так как нефтеперерабатывающие заводы встали. На пятый день работники продуктовых магазинов начнут первыми растаскивать все, что там еще можно взять. Большинство предприятий и учреждений уже не откроются, так как сотрудники просто не вышли на работу. Отсутствие электричества будет означать отсутствие практически всех видов связи. А отсутствие связи означает, что государственные органы управления уже не смогут ничем управлять. На шестой день
Беспорядки на улицах начнут приобретать массовый характер, появятся первые жертвы, которых с каждым днем будет все больше. При этом тела никто не будет убирать. Если события развиваются в теплое время года, то уже через месяц в условиях полной антисанитарии и анархии в больших городах начнутся эпидемии. Люди начнут массовый исход из городов в села и деревни, так как там есть теоретическая возможность добыть пропитание для себя и своей семьи, а также еще в некоторых местах используется печное отопление. Ну а далее, друзья, думаю, понимаете сами, далее каменный век и междоусобицы, войны всех против всех ради пищи и топлива. Лишившись всех благ цивилизации, люди быстро потеряют человеческий облик. Это был простой пример, показывающий, насколько мы зависим от электричества и что будет, если его не станет. Естественно, для глобального отключения электричества должно произойти что-то глобальное. Так ведь, собственно, о том и речь. Всем нам интересно, что же на самом деле засыпало здание по всему миру? Почему история при детальном разборе становится похожей на сказку? Почему большинство из нас знает только до третьего, максимум четвертого поколения своих предков? Таких почему десятки, а то и сотни, и в попытках разобраться в них трудится много исследователей, каждый в своей сфере. И практически все исследователи сходятся во мнении о том, что в совсем недавнем прошлом был всемирный катаклизм, полностью изменивший ход истории и прекративший прежний уклад жизни. Однако до сих пор никто не рассказывал о быте людей в первые дни и недели после этого катаклизма. А ведь для нас это немаловажный вопрос в том плане, что позволяет понять, кто мы и откуда. Нас заселили сюда, как говорят некоторые, с других планет, или мы тут так и жили? И вот, исследуя Городище, можно прийти к однозначному выводу, что инопланетяне тут совсем ни при чем. Мы живем на своей земле, так же, как и жили наши предки. Только в силу обстоятельств им пришлось бросить нажитые места и спасаться на таких вот возвышенностях. Тут хочу пояснить, что переселения за сотни тысяч километров тоже имели место быть, но суть в том, что версия с инопланетянами отпадает. Итак, это было небольшое вступление. Теперь давайте вернемся к нашей сегодняшней теме, Тимгеневскому городищу. Читаем официальную историческую справку. В двух верстах от села Глядково, по небольшой дороге в село Тимгенево, на высоком левом берегу реки Цна стоит Тимгеневское городище, по южной и западной стороне которого просторной дугой тянется холм-хребет 5-метровой высоты. Это вал городища. Цна в этом месте образует огромный полукруг. Правый берег ее – низменная покатость, по которой рассеяны озера, а левый берег – крутой, почти отвесный. И с высоты его открывается живописный вид – верст на 20. Тимгеневское городище представляет собой площадку размером 240 на 175 метров, окруженную валом высотой до 5 метров, шириной преимущественно 25 метров. Существует предположение о том, что на середине вала по всей его длине в Средневековье были возведены мощные деревянные крепостные стены. Место для городища выбрано весьма удачно. Лишь с юга и запада пришлось насыпать высокий вал. А с основной стороны нападения вероятного противника, с востока, городище надежно защищено естественными преградами, крутым высоким берегом реки Цна и глубоким Тимгеневским оврагом. Кстати, друзья, сравните, как расположен Тульский Кремль. Согласно официальным данным археологов, городище возникло около 1000 лет назад, и, видимо, его постигла участь старой Рязани и других городов, не упущенными из виду полчищами Батыя. Единого мнения о принадлежности городища нет. Одна официальная версия гласит, что городище – это пристанище разбойников. Официальные противники этой версии утверждают, что во времена постройки городища в начале 13 века эти земли были заселены только мордвой. Позже эти земли были захвачены татарами, а славяне, по их видению истории, пришли на эти земли только в XVI веке. Другая официальная версия говорит о возведении городища славянами-вятичами в XII веке. Еще одна, уже четвертая официальная версия, утверждает, что на месте Тимгеневского городища до монгольского нашествия 1237 года находился город, который был одним из крайних восточных форпостов Рязанского княжества. Он стоял на Рязанском берегу Цны, и река защищала его от нападений мордвы и булгар. Что примечательно, одна из официальных версий гласит, что овраг, на склоне которого располагается Тимгеневское городище, в 1617 году именовался Андреев овраг. Значит, и городище в устье этого оврага в 1617 году уже носило свое имя Андреево городище.
Таким образом, Андреев городок располагался на месте Тимгеневского городища. По этой официальной версии, в 1171 году, согласно летописям, Андрей Боголюбский заложил в южных пределах Мещеры Андреев городок, который в 1239 году был уничтожен монголо-татарами. Но это еще не все. В списке городов русских, до того как именоваться Андреевым городом, это место называлось «Каменная могила на Цне». А использование в названии оврага самого слова «городище» появилось в период между 1841 и 1860 годами, а до той поры оно именовалось словом «овраг». По различной официальной информации, склон оврага местные жители с давних пор использовали как каменоломню. Разработка известняка в Тимгеневском овраге продолжалась даже в советское время. Глыбы тимгеневского известняка сегодня лежат в фундаментах местных домов. Из мелких обломков сложены стены жилищ капитальных строений. Конец официальной исторической справки. Итак, как видим, друзья, даже в официальной информации нет единого мнения и полно противоречий об истории городища. Причем полномасштабных раскопок здесь никогда не производилось. А все выводы и умозаключения официальных историков основываются на переписывании одних и тех же текстов друг у друга с отсылкой на некие летописи. Хорошо было бы взглянуть на эти летописи, в которых указываются никогда не существовавшие года. Но при попытке их обнаружить оказывается, что большая часть документов странным образом погибла, а оставшиеся пока не опубликованы или даже засекречены Министерством обороны. Если кто не в курсе, о каких несуществующих годах идет речь, напоминаю. Современное летоисчисление ведется с 1700 года, а до того оно было другим от слова совсем. То есть не было никогда 1171 года, 1239 и 1617 года. И неудивительно, что мы не можем взглянуть на летописи в кавычках с такими датами. А если даже такие летописи и существуют где-то, то бумага, на которой они написаны, стоит дороже, чем информация в них. Если кому интересно, то более подробно ознакомиться с официальной информацией можно по ссылкам в описании под фильмом на YouTube-канале «Неофициальная история». Там на самом деле очень много интересного можно почитать. Официальные версии порой противоречат друг другу, но как вывод можно сделать простое заключение, что в этом месте жила группа людей, которая старалась защититься ото всех. И так как это было время выживания, то не исключено, что эта группа сама совершала набеги на соседей. То есть здесь была воплощена на практике та ситуация постапокалипсиса, о которой я говорил в начале, как будет выглядеть закат цивилизации на примере отключения электричества. Друзья, видите, какая детективная история вырисовывается на этом, казалось бы, пустом месте? Если о нем не знать, то проезжая на машине, даже не заметишь. По поводу кладовых из белого камня в Сасовском районе. Официальная информация говорит, что они построены камнем, добытым в Тимгеневском овраге. Однако, по рассказам местных жителей, эти кладовые сделаны из камня разобранной крепости Тимгеневского городища. Крестьянам разрешили ее разобрать в 1913 году в честь 300-летия дома Романовых. Тимгеневская крепость была разобрана всего за год, а кладовых сараев было построено почти у каждой избы в окрестных селах. Сейчас этих кладовых осталось очень мало. Что интересно, ни в одном из официальных источников про каменную крепость вообще не упоминается. Повторюсь, о ней мы узнали только от местных жителей. Также, по рассказам местных жителей, на Тимгеневском городище была пещера внутри самого вала. Примерно в 70-х годах 20 века вход в нее засыпали. Была ли на самом деле Тимгеневская крепость? А если была, то как выглядела? Мы, наверное, уже не узнаем никогда. Но мы можем примерно представить, как выглядели ее стены, потому как выглядит чертов мост, расположенный в 250 метрах от городища. По официальным данным, этот мост стоит со времени Екатерины II, и она даже по нему проезжала. А эксплуатировался он еще в начале 20 века, пока не построили новую дорогу. Друзья, на этом благодарю вас за внимание и за то, что досмотрели до конца. Если тема городищ вам действительно интересна, то предлагаю также посмотреть фильм про Ишутинское городище, которое находится в Тульской области. А сейчас не будем прощаться, ибо впереди нас ждет самое интересное. Всего вам доброго! До свидания!